Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Невероятное событие, давай посмотрим. Пора усложнить жизнь этим мерзким растениям. Вашей синхронистке следует объединиться с зомби и стратегической колодой заразительной сальцы танцевальной эволюции. Так, и против вспышки на солнце. Будем сегодня драться? Окей. Так, синхронистка. Ну давай попробуем, что у нас получится из этого. А если я так сделаю? Бам. Так, так, так. Что же сделать? Может, вот сюда поставим? Наносит 3 единицы урона. Бестолочь. Бесявая бестолочь, ребят. Угу. Давай-ка так попробуем. Подсолнух. Блин, фигово, ребята, что подсолнух. Сейчас работает защита. Так, а дальше-то что сделать? А дальше сделаем вот так. Будет ли от этого выгода мне? Ага. Так, ну что там, вспышка? Что у тебя осталось? Да ты посмотри, что творит, а? Ты хочешь мне защиту сбить? Ну, допустим. Давай сделаю, наверное, вот так. Вот так. И вот так. Так, вспышка задумалась. Типа, да? Конечно, задумалась она. Поехали. Окей. Естественно, будет отхиливаться потихонечку, да? Что за карту выдашь? Неплохая. Ну, что ты там сделаешь? 2 и 2 это 4. 6, 7, 8. Ты серьезно, блин? Понял? Вот так вот. Вот так вот он сделал. Ну, гаденыш, а? Ты посмотри, что вытворяет, а? Гаденыш несчастный. Три один. А если я вот сюда не могу, да? Могу ведь? Могу. И вот сюда. Thank you.
Это добьет. Никуда ты не денешься, блин, от этого. Давай поставим так. Сделаем так. Посмотрим, что за карта нам выдаст. Отличная карта. И вот сюда. Он наносит 3 единицы урона. Ты посмотри, что творит, а? Уничтожает. Так, ну что, с картами у него, смотрю, вообще беда. Беда конкретная. Поехали. Хлоп. Так, и мы 2. 2, и еще 2, 4. И 2 хп остается. Ну что, завязываем? Та-да-ри-та-ти-да-тамс. Что же лучше сделать нам? А нам, наверное, лучше сделать вот так. Плюс вот так. Ой, напугал, ёлки-палки. Что, бомбанем? А, можно и вот так сделать. Поехали. Ну что, до свидания. Вспышечка. Вспышечка довыпендривалась. Так, ну что, ребята, мы смотрим, какие у нас сегодня ежедневные будут задания. Покажите, пожалуйста, весь список. Нанесите 20 единиц урона героям-разгромам. Нанесите розой и нанесите ржавым разрядом. Ну что, пойдем за разгром играть. Как раз он у нас тут стоит, ждет. Попробуем. Терять нам нечего. 20 единиц урона нужно нанести. И будем против Бонг Чой. Против капусты. Это что такое? Окей. Предположим. Бонг Чой. У тебя есть 2 карты. Повезло тебе, гаденыш мелкий. Что делать? Давай вот так вот. Кактус. Еще один. Ну, допустим. Только не говори, что у тебя будет 2 удара по земле. А нет. Чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун. Что бы нам сделать-то? Ну, в принципе, можно вот этого давануть. Этого можно давануть. Ну, допустим, сделаем так. Дальше что у нас? Ага. Погнали. А дальше-то что? А, ребята, что дальше делаем? Come on.
посмотрим. Допустим. Давай-ка сделаю вот так вот. Ты заколебал, а? Что же сделать нам? Давай так поставим. Еще бомбочка там что ли будет? Нет у него тут никакой бомбочки, друзья. Поехали. Это ты зря, парень, делаешь, конечно. Ну, тебе не жить. Погнали. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, давай так сделаем. Что-то Бонг чё и задумался. Ага. Так. А дальше? Молодец, красавчик. Все? Ну, если все, то до свидания. Не дал мне гаденыш добить ему 20 единиц урона. Или дал все-таки? Подожди-ка, посмотрим. Он же еще хилялся. По-моему, мы сделали. А ну-ка. Да, ребята, 20 единиц урона разгромом мы нанесли. Так, теперь нужно розой. Пойдем на розу. Так, роза. Дай хоть посмотреть, что у тебя тут. Это у меня колода. На заморозках. Полузаморозки, полу непонятно что. Ну ладно, давай попробуем, вдруг получится. Там у меня и заморозок, там у меня и бобовые что-то делают. Против заразительной сальцы, 27 ранг. Окей. Ну, наверное, потихонечку будем приступать. Если я его поставлю, бомбанет или нет? Заклинашки своей. Отлично. Мне это и надо было. Мне это и надо было. Так, проверочка. Дудлик.
Дудлик. О, хорошая карта. Призрак, да? Вот ты как, значит. А ты, значит, как решил. Ну, что можно сделать? Можно этого в козла превратить. А смысл? Нет абсолютно никакого смысла. Сделаем тогда немножко по-другому. Так. Ну и вот так, наверное. Поехали. Предположим. А вот так вот, да, значит, ты делаешь. Так, превращаем его в козла. Превращаем его в козла. Да и вот так вот сделаю я. Поехали. А я даже не сомневался в этом. Нисколечко. А вот так вот уберем. Зачем мне кофейная лужайка-то? Хорош, хорош, парень. Ничего не могу сказать против. Иди отсюда. Чего там? Все растения получают? Ага. А, не все, не все. Не дает он ему покоя, да? Ну что же, не дает покоя, так не дает. Что я могу сделать? Заморозочка пришла. Так, ребята, сделаем, наверное, вот так вот. И, пожалуй-ка, еще вот так. Ну и еще на всякий случай можно. Можно сделать еще вот так. Ага. Ну давай. Кого куда ты будешь ставить? Отлично. Ну что же я могу сказать? Ну, бомбанул, бомбанул. Иди отсюда. Как ты меня достал, а? Хлопчик. Просто достал. Все на этом. Так, кого бы нам заморозить-то? Ну вот этого, да? А этого выкинем, да, отсюда? Поехали. Да какого лешего? Танцоров сейчас вызовет. Только танцоры у него, по-моему, остались. Куда же мне тебя поставить-то? Давай так сделаю.
все. Ух. Нет, не все, ребята. Ну вот теперь, так, это получается 6. 2 единицы урона ему нужно нанести, ребят. Ну и все. Наверное, да? И отсюда. Эх, сработает защита. Ну что, смотрим, как он отсюда будет выкручиваться. Ну, допустим. Понятно, сдался. Нам нужно было 20 единиц урона. Мы нанесли? По-моему, нет. Ага, нанесли все-таки. Ну что, и остается ржавый разряд. Пошли на ржавый разряд. Давно я за него не играл. Очень давно, ребят. А когда-то он был мой самый любимый герой. Ну что, попробуем такой колодой странной. Я обожаю странные колоды. Кто-то говорит: Рэй, что ты не можешь там посмотреть, как надо играть? Ребят, я не люблю брать стандартные колоды, как многие. Вот я сколько играю, все время смотрю одни и те же колоды. Даже уже просто знаешь наизусть. Я не так. Я свое что-нибудь делаю. Да, возможно, дикое, дикое безумие. Но мне почему-то нравится. Так как-то интереснее, чем на стандартных колодах. Так, у нас орех. Ну, орех либо на хилах, либо черт его знает еще на чем. А у меня спортивная колода. Что-то типа того. Что-то типа того. Так, тренер выпал. Ну, ставить мне сейчас нечего. Все, я понял тебя. На орехах, друзья мои. Давай посмотрим, что он тут сделает. Да ладно. Чего-то выжидает. Вот только чего. Ага, скорее всего, хочет поставить орех. Ну, зеркальный, естественно. Не обычный, а зеркальный. Все-таки на хилах. Все-таки на хилах, ладно. Поехали. Угу. Что дальше? Что дальше? Давай дальше сделаем, наверное, так и вот так. Ты не забывай, что у него есть взрыв, который уничтожает всех свыше 4. Он берет неуязвимость. Окей. Thank you.
Блин, знаешь, чего не хватает здесь? Вируса. Вот был бы вирус, вообще было бы топово. Но его нету. Естественно, надо будет ставить сюда. О, как. Прочерк, да? Все? По-моему, все, парнишка, что мог, то сделал. Как скажешь. Как скажешь. Так, что нам тут нужно сделать? Да, наверное, вот так вот бомбанем. Пи-пи-пи-пи-пи. Поехали. Пошла прокачка. Так, давай далее. Угу. Что там у тебя, хилочка? Ну тебе крышка сейчас будет, если ты не отхиляешься. Орех ставь, дурачок. Ну, как вариант, тоже пойдет. Как вариант, ребята, тоже пойдет. Но это вряд ли ему спасет, потому что дальше я выставляю вот этого парня и все. И дальше ему, наверное, ничего не поможет уже. А прикинь, у него этот взрывной гриб. Нет, никакого взрывного гриба у него нету. Все, до свидания. Ну, ты понял, про какой гриб я имею в виду, да? Который уничтожает 5 и выше атаки. Ну вот и все, ребята. Ежедневные задания сегодня пройдены. Сейчас тебе покажу, про какой гриб я имею в виду. Шел разговор. На орехах такой пакостный этот грибок за 5 энергии. Вот он. Вот он, друзья мои. Гриб апокалипсиса. Уничтожает все растения зомби 4 и выше. Так что вот так. Слушай, а кстати, сколько у меня... Утилизировать дополнительные карты. 110 энергии всего лишь получил. Да, друзья мои, помните, когда вы мне писали в комментариях, что типа появился великанус, пак на... Ой, на великануса. Или великанус, или бета-каротин. Короче, я купил 4 пака и... И ничего у меня не вышло. Не нашел я, ребят, там нового персонажа. Ну что, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.